Серега, здорово! Привет! У меня тут для тебя страт с панелькой AMG Дэвида Гилмора. Играл на таком? Нет. Красота. Для тех, кто не знает, я в гостях у Сержа Дигина, лидера, вокалиста и гитариста команды «Обычное дело», а также участник и гитарист проекта «Имин». У тебя большой опыт во владении стратами, и вот мы сейчас сравнили с стандартным, я бы даже сказал, таком сферическом вакууме мексиканском Fender Strat'е. Да. Вот этот страт Fernandez с замечательной этой панелькой AMG DG20 имени Дэвида Гилмора. Угу. Что тебе скажешь, какие у тебя впечатления вот на контрасте? Ну, ты знаешь, я, конечно, поражен. То есть, когда я после него включил стандартный мексиканский страт, мне показалось, что что-то не в порядке, сломался шнур, или я забыл какую-то ручку выкрутить. Я тоже все включил. Огромное количество, конечно, добавляют эти все активные бустеры радости, и сами по себе звукосниматели звучат прекрасно, и в целом гитара такая очень. Тут надо пояснить, здесь на панельке, на самом деле, обыкновенные MGSA, активные синглы, не шумящие.
Но две ручки, на которых написано «тон», ручками «тон» не являются на самом деле. Одна из них добавляет мясо, а другая – стекла. И вот, ловко манипулируя этими ручками, только что слышали, чего можно добиться в умелых руках. Да, мясное стекло или стеклянное мясо. Серж, спасибо большое, что ты нам показал свое мастерство и пригласил в гости. Надеюсь, это не последнее наше видео. Конечно, нет. Заезжай, всегда рад видеть. Пока. Пока.